В Ярославле отметили День физкультурника. Большой спортивный праздник развернулся в Центральном городском парке на Даманском острове. И следующие кадры мы оставляем без комментариев. Хорошо. Потянулись. Колени. Мы выбрали опять площадку открытую на Даманском острове. Это не случайно. Мы уже не первый год это делаем. Здесь прослеживается преемственность поколений. Есть интерактивом спортивным, где заняться самым маленьким детям, чтобы они изначально видели и прививалась любовь к спорту. И заканчивая взрослыми, уже их дедушками, которые сами из спорта вышли. И этот пример поколений, вот это сегодня здесь. Мне кажется, что каждый профессиональный спортсмен первый год своей жизни профессиональной бывает физкультурником, и потом уже, когда заканчивает карьеру, снова становится физкультурником.